Я пошутила, ты чё? А чё, я не чудила. Ты сарказм не понял? А как нам разбегаться? Поставим, чтобы всё бы потекло. Так, ну давай, отодвинь тогда чуть-чуть, да? Без тапок, да, чтобы... Да, ты их утопишь, я тебе отвечаю. Да, ну давай. Ты глубоко? 3 метра где-то. Раз, два, три! Давай пойди быстрее, холодно. Ну как водичка? Нормально, чуть купальник не потеряла. Чего? Чуть купальник не потеряла. Такой адреналин. А там еще больше. Сейчас, подожди, подожди, я паузу. Заряжался, да? Главное, чтобы я... Так, ну все, пошел делать. Давай. Заплыв. Посмотрим, сможешь ли ты быстрее меня. В станциях, конечно, сложно
плавать, так как ногами их держишь. Вот. Местные жители тут купаются. Нравится. Вот еще, кстати, там вот такой бачок есть с реки. Но там, говорят, вообще очень глубоко, сильно. То есть, блин, прикольно. Да, даже прыгнул, нырнул. Давно я вообще не прыгал, не нырял. Фу, подписываемся на канал, пишем комментарии, лайки, все дела, плейлист. Отпуск 2021. И купил дачу своей мечты, все смотрим. И, кстати, солнце ушло, когда уходит, то холодновато получается. А так, в целом. Ну вот это я уже третий раз. То есть немножко вначале ближе, потом еще подальше, теперь еще дальше. Вот нормально как бы дело. Получается, вот, интересно узнать, сколько тут метров проплыл я, ориентироваться. И потом как можно по этот самый подольше, то есть. Или можно, допустим, попробовать проплыть, ну, единственное, вначале с этой стороны до туда, да, откуда я прыгнул, и потом обратно, то есть без остановки попробовать так. В принципе, что у меня ушло-то тут где-то 1,5 минуты, да, наверное, плыл. То есть не так много это дело. Вот. Такой обзорчик сниму. Так, еще хочу выпить десяток яиц на видео, ранее говорил. Не знаю, возможно, или сегодня, или завтра. В общем, на днях. Так, и что еще? Какие планы? Хотела обзор поснимать этих сот товариществ, но люди обычно там все ходят, как бы смотрят, когда телефон видят, то смущаются, поэтому не буду народ пугать, смысла нету. Хотя что-нибудь попробую, может, в телище схожу, может, там что-нибудь поснимаю, засниму. Ну, с местными, то что идти как бы. И очень, кстати, приятно, что вот молодежь видят футболку и говорят, вы, говорит, ютубер, я говорю, да. То есть вот молодежь все разбираются. Вот. То есть из 5 из 10 человек один только вот назвал слово блогер, и все. Среди молодежи. Так все говорят, вот этот самый YouTube видят, говорит, ютубер. То есть они понимают, что блогер и ютубер — это абсолютно разные люди. Вот. Но взрослые не этот самый, не разбирается, да, поэтому все. Если видео снимает человек для ютуба, то значит блогер. Это абсолютно разные вещи. Блин, уши, кстати, заложила. Сейчас попрыгаю. Говорю, сам себя не слышу, как в рупорт в какой-то. Сейчас бы самое то на самолете полетать, и чтобы пробки из ушей все вышли. Ладненько, всем спасибо. Пишите больше комментариев, что хотите, чтобы сделал. Кстати, у бабули купил 2 килограмма по 25 рублей. Картошки хочу посадить, поэтому будет видео. Ну так, вырастет, не вырастет, как бы посмотрим.